Уже буквально сегодня Александру Волкову предстоит бой в UFC против опасного ударника Жерзини Розенстрюка. У бойца из Суринама 11 побед из 12 одержаны нокаутами, и лишь трижды он терпел поражение. В связи с этим мы предлагаем вам сегодня вспомнить бой Александра с другим опасным нокаутером. Это произошло достаточно давно, в августе 2011 года, когда Волкову было всего 22 года, но его имя уже гремело в российских смешанных единоборствах. Тогда он принял участие в ежегодном турнире Лиги С-70 в Сочи. Соперником Александра стал чемпион Болгарии по смешанным единоборствам в тяжелом весе Недьялько Караджев. На тот момент на его счету было 4 победы нокаутом в 4 профессиональных боях, и он был очень опасным ударником, который буквально сносил своих оппонентов как в любителях, так и в профессионалах. Да и вообще за всю свою дальнейшую карьеру Караджев ни разу так и не довел свои бои до решения судей, а в его статистике как в графе побед, так и поражений значатся только нокауты. Это был по-настоящему бескомпромиссный боец, который был старше Александра на 9 лет и готовился испытать российского проспекта на прочность. Дорогие друзья, мы рады, что наши видео пользуются такой популярностью, а вы даете нам обратную связь, и все вместе мы делаем наш канал еще интереснее. За прошедший год благодаря вашей активности собралась отличная большая группа подписчиков. И поверьте, каждый из вас и ваше мнение нам очень ценны. Но все же, очень много зрителей продолжают смотреть наши видео без подписки, а значит могут пропустить немало интересного контента. Поэтому перед дальнейшим просмотром не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые бои из мира смешанных единоборств. И первым представляю бойца в синем углу ринга. Ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the blue corner. Бойцу 31 год, рост 192 сантиметра, официальный вес 118,3 килограмма. 31 years old, official weight 118.3 kilograms. Его профессиональный рекорд 4 боя. 4 победы, включая 4 победы нокаутом. And his perfect professional record. 4 bouts, 4 victories, including 4 wins coming by way of knockout. Чемпион Болгарии по ММА. Дамы и господа, чемпион Болгарии in ММА. С удовольствием представляю вам из Софии, Болгария, не знающий поражений. Ladies and gentlemen, representing from Sofia, Bulgaria, undefeated Nechoko Basketball Man, Карачев. И его соперник справа от меня в красном углу ринга. Ему 22 года, рост 2 метра 1 сантиметр. Официальный вес 103,5 килограмма. Профессиональный рекорд 14 боев, 11 побед, 3 поражения. Финалист M1 Selection Europe 2009. Кандидат мастера спорта Абах Шихара Карате. Дамы и господа, встречайте! Из Москвы, Россия, Александр! Бойцы на середину. Все действия по правилам. Локти работают только в корпус. Колени в голову только в стойке. За канаты не держимся. Приветствие. Удачи. По углам. Держи руки, держи руки. Где? Где? Где?
Одержал победу техническим нокаутом. And your winner by tactical knockout victory, Александр Волков! Москва, Россия!